Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал «Лёша играет», и это продолжение партии за Грузию на карте Средиземноморья в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А также напоминаю, что я провожу опрос на лучшую и худшую цивилизации в Sid Meier's Civilization 6. Ссылка на этот опрос находится в прикрепленном комментарии к этому видео. Пожалуйста, поучаствуйте! А еще спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо большое им за поддержку. Ну и, конечно, всем моим зрителям приятного продолжения просмотра. Чё ж никто грека не распилил до сих пор? О, так мы нападем на грека. Очевидно, да? Египет сделку. Блин, фига тут лояльность. Ну, наверное, сюда надо поставить и выкупить. А чё так сильно? Вроде тоже не маленькие города. Тебе некуда послов девать? У меня нету урана. У меня тоже. Мы воюем. Захопился. Ну, ты понимаешь, что ты двух послов посылаешь, а я одного? Благодаря способности Грузии. На самом деле нет. Что это за способность? Если город-государство, у него такая же религия, как у меня, то мне достаточно одного посла. И я получаю двух. Понял. Каждый ваш посол в город-государство с вашей доминирующей религией считается за двух послов. Подстава. Ауч, 100%. Так, ну, тут надо читать. Ну, тут надо закончить сначала. Тут надо почитать. А не космопорт строить. То же самое. Не, ну тут лабу надо доделать. То же самое с роботом. Ну и веру, наверное, покопить. Но там явно Риму намного меньше надо.
Красиво у Венгрии. Города. Ну, вот просто приятнее расположено, понимаете? Я вот не могу вот так... Вот это более выгодное расположение, чем у меня. Вот это в шестой циве более выгодно, когда каждый город на каждый влияет за счет своих районов. У меня приходится вот такое вытянутое, и у меня поэтому производства не так много. Именно потому, что у меня слабо промышленные зоны друг на дружку влияют. У меня вот Поти и Телави самые производственные, и то даже сотки нету. Несмотря на то, что тут есть холмы. Понимаете? Да, я, наверное, эту отряд удалю. Я его вряд ли буду апгрейдить в танки. Так. Ну что, те же синхроны в Атине? Надеюсь, это первый и последний раз. Так, что я дальше хочу открыть? Мне надо, наверное, на губеров. Франция, посмотри. Немец тоже. А что ты им там показываешь? О, всем покажи. Интересное приложение. Секрет. Похабщину всякую. Так, он мне, я ему. Какие вы затейники. Ну, есть что показать. Что скрывать, да? Так. Компьютеры тоже куда-то ведут. Дополнительный туризм. А пластмассы, рыбацкое судно, пищу. Наверное, лучше пластмассы сначала. Потом... расщепление ядра и потом только компьютеры. Так. Космопорт еще никто. Так, ракетостроение Рим уже открыл. У меня на самом деле маловато кампусов, честно говоря. Ну, кстати, по науке мы все еще, блин, реально, практически все, кроме грека, довольно ровные. Ну, правда, здесь вот
отстают. Например, видите, Дед Бородет и Франция, они просто сейчас только догнали по количеству науки, но на самом деле тут отстают. Ну и по количеству технологий можно глянуть. Впереди Рим 57 тех. У меня 50. То есть у Рима на 2 техи больше. То есть, скорее всего... Че, не скорее всего, а точно он какие-то вот из этих открыл. Скорее всего, расщепление ядра и там ядерки делает. Но у него нет урана. Возможно, возможно, мне имеет смысл ему уран продать. Чтобы он кидал ядерки в своих соседей. Рим, ты нашел источник урана для себя? В процессе. Сейчас он найдет в Франции где-нибудь. Почему вы спрашиваете? Предложение. Да не, мне не надо. Губернатор Алян. Ну, мы тоже ему убираем губеров. Ну, он скрылся. Ну, хоть время ему понадобится, чтобы... Так, давайте, наверное, в Аквилее будем убирать... Так, здесь прокачаю Лян на аквакультуру, верну в горе потом. Я знаю, кстати, что я алюминий получаю от от, господи, от Хатусы. Грек, предложение. Но надо быть независимым. Собственно, то же самое касается урана. То есть, если перекупят Хатусу, то, ну... У меня все равно будет алюминий. Более того, источник, по-моему, 3 дает вход, а Хатуса 2 вход. Может, один раз помощь оказать все-таки турку. Германия, у тебя скоро союз заканчивается. Через Португалия. 4 хода. Женя. Так. А у меня Амани в Кардифе, да? Давайте я тогда переведу в какой-нибудь свой город. Так, ну тут... Там Поти. Может, в Каспи. А эти в Каспи. Ну, чтобы счастье было. Ну, а что он дает 2 посла в Кардифе? Зачем? Я никак не могу перекупить. И я лучше какие-нибудь другие. Французы. Так. Ну, а что мне остается делать тут? Урана нет, алюминия нет, угля нет, нефти 2 источника. Ну, нефти не хватает. Соседи будут смотреть на то, как... Давай на счет. Рим забирает француза, да? Да, давай на счет. Мы просто смотрим. Можете поделиться.
Я, если что, загрузился. Да, сейчас подожди. Так, библиотеку универ. Сделаем стак, пожалуйста. Что еще раз? У тебя два юнита в городе. Два танка в городе. Надо сделать сначала анстак. Так, морские порты появились. Но мне бы, конечно, тоже их разместить. Но опять же, у меня наука именно максимум немножко в других городах. Я понимаю, что тут у меня нету вроде готов. Этих кампусов, я но готов. На всякий случай. Давай. Читать он. Раз, два, три. Португалец и турок здесь. Ну, я думаю, что в робототехнике. Или, подождите, это зависит от того, открыли ли они космостроение. Так, португалец. А, нет, ракетостроение. Нет, нет, они, значит, не в робототехнике. Интересно. А, я тут хотел, кстати, этот аквапарк сделать. Аквариум на 9 клеток. Да, тоже надо бы. Так, с кем мне поторговать? У меня нет табака, у меня нет черепах, у меня нет гипса. И все это есть у... Турция, предложение. Все это есть у турка. Что есть у португальца? У немца есть, у венгра соль. И все? Я не помню, я торгую, я думаю. Что? Я уже торгую, я думаю. Понял. Мне с ней повезло вообще. Да это жесть. Это вообще... Расскажите, что? Все танки затопило. В Тулузе? Дед, предложение. Ну да. Пиндец какой. У тебя же стоит там дамба. Как оно могло затопить? Да я не знаю, это все игру такое происходит. Может, все-таки дамбы не работают? Построил дамбу, и оно затопило. Отлично. То есть построить можно? Еще дед предложение. Сейчас подожду, когда там Египет примет. Посмотреть, какие к нему караваны пойдут.
Нет, тут шпиона долго. Так, Рейна. Цхум. Но мне кажется, следующим ходом я должен смочь купить. Или через ход. Рим явно не читает ничего на это дело. Пастбище надо обработать. Тут оставим на производство. Дорог предложение. В тылаве еще кучу на производство надо. Блин, еще... Рабочих, короче, но мне, наверное, этим рабочим лучше идти в Телави обрабатывать вот эти клетки все. Куча производства, которые не используются никак. Куча клеток, на самом деле, которые дает неплохой выхлоп. Опять я лидер по науке. Но это, кстати, только благодаря... моей религии, которая дает мне 72 науки, да? И проценту тут. Хотите, модификаторы всего 38 добавляют. А если что, загрузился. Давайте мгновенно во вражеском городе обосновывается. Ну и надо... Ну, давай кто-нибудь посчитайте. Уранчик. Раз, два, три. Я бы реально эти клетки отдал Телави. Еще рабочего. Дадим против Рима. Не знаю, наверное, хифсуров стоит удалять, потому что уже устаревшие. Эти хотя бы в танке апаются, но у меня денег нету. Если что, я бы... А, кстати. Ну, а следующим ходом я точно куплю. Следующим ходом я точно 100% этого забираю. Ну и по идее...
Хотя, блин, эпохи будущего не видно. Вообще, науки маловато для этого этапа. Давайте в поте, наверное, проекты закончим. В Телаве один проект, в Горе тоже один. За что ты мне готов продать уголь? Ни за что. Нам, кстати, электричества не хватает. Я думаю. Вот в Тбилиси не хватает, видите, в Поте не хватает, в Схете не хватает. 0 из 8, блин, вообще печаль. А в Тбилиси, по-моему, даже не вырабатывают. Мне реально нужна нефтяная, слушайте. Я ее не открыл до сих пор. Есть мазутная. Давайте мазутную поставим. Венгр, мы будем каждый ход одно и то же? Сорян, может повторно бросил. Я тебе кинул ответное предложение, ты отказался. Сейчас опять присылаешь то же самое, что присылал в прошлом ходу. Сорян, говорю, сорян. Так. Лянда аквакультуры я сделал. Давайте магнусов промышленника. Тут хотя бы будет электричество. Дальше в Тбилиси куплю аквариум. Считаем. Секунду. Во, охрану природы надо открыть. Так, а за компьютерами у нас что? А вот и улучшенная авиация. Ну, видимо, улучшенную авиацию надо сначала. Так, забираем 100%. Следующий 1500 тоже хороший, но он сразу дает как-то один проект, а этот на все проекты будет работать в два раза быстрее. У меня просто мало производства, к сожалению. Повышу до танка. Еще один ход я только... Не, ну тут нету смысла пока... Строители строить, а лучше его куплю, когда Лян сюда вернется. У Рима 59, у Португалии 58. Ну, то есть вот тут что-то открыто.
чё, немец, мы союз продлевать не будем, да? Помочь. Слушай, там по дипломатии... Помогите бедному Риму. По дипломатии французы, скорее всего, будут выносить, похоже, распиливать. А вот португалец... Видимо, надо участвовать в помощи Риму. И мне надо проекты почитать Португалии помощь. Ой, не Португалии, Турции. Катерина вкладывалась. Так, ну я-то понятно против Перикл, Жуан. Понятно, короче. Немец решил пилить тоже. Неплохо. Будем на счет? Ну да. С венгром союз закончился. Посмотрим, будет ли он мне предлагать. У меня такое ощущение, что венгр хочет мне ядерку бросать вот отсюда. Поэтому... Не знаю. Посчитайте. Так, а что я тут сижу? Ой, как меня тут залило. Хотя вроде... Раз, два, три. Ну, тут нужен рабочий. Пойду тут территорию исследую. Серьезно, вот из всех клеток он решил именно на уран прийти. Как это работает вообще? Так, улучшенная авиация. Давайте... Да, давайте баллистику. А, вот это открывает две. Мы эту откроем все-таки. Монахи Шаолинь разбираются с варварами. Тут порт, да не. Думал купить порт. Блин, тут очень мало производства, реально. 104 за счет Магнуса. Да, прикол, что у меня очень далеко города, они друг на друга не влияют просто. То есть вот почему вот так вот лучше? В конце, то есть тут... Все вот эти районы, например, да, Магнус где-то сидит, он дает, ну, за 150 можно раскачать совершенно спокойно. А тут даже несмотря на холмы, я не могу этого сделать из-за отсутствия влияния друг на друга этих районов.
То есть наука, ладно, производство-то будет важно. Ну, хоть у меня 100% к этому есть. О, озарение всех технологий информации тоже очень классное на самом деле. То есть вот это все намного быстрее. Может мне прекратить у тогда... А что с ним не стало? Почему он пускает ядерки, а науки 200? У Рима губеров убирать, а лучше науку тогда у него начать тырить. Ну, хотя он не взял еще до сих этого. Ну, да. Ой, сори, блин, я... Короче, поздно уже, туплю, извини. Так. Здесь давайте... Проект Манхэттен. Строителя уже, а тут просто бомбера. Давайте бомберов строить. Ну, нам нужны они, на всякий пожарный, опять же. А строителя я для Телави просто куплю в Телави. Монахи веру набирают, конечно. Забавно. Я так понял, он дальше без счета воюет. А, да-да-да. Давай на счет. 1-1, как говорится. Окей. Посчитать его. Раз, надо два, покупать опять три. Строители. Вот тут я точно в темный век свалюсь. Вот у людей нормально, у них был героический, темный. У меня, кстати, денег будет мало. Это ж у меня сейчас идет от золотого века так. Прилично. Может мне какие-то расформировать? Давайте глянем, какие у меня. О! Так, стоп. Давайте я здесь куплю амфитеатр. И куплю. Художественный музей 580, окей. Так. Какие у меня есть юниты старые? Ну, в смысле, не проапгрейдженные и не... Бригад, каравелла. Но это бы я еще держал. Полевые пушки. Вот у меня есть полевая пушка не... Вот эту уберем, да. Не в корпусе. Нафиг. Ну, собственно, и все. Я им сказал, что у меня сильно много. Минус 59 на юниты. О, у меня тут ступа сгорела. Сейчас такой тупой мисклик был, конечно. Просто убил бомбардировщика. Ух ты, а Париж... В Париж ядерка прилетела? Да. Я не верю, что...
116 можно снизить самолетами. Не знаю, на турка нападать как-то неохота. С этим разливом это такой фейл, это просто ужас. Так у меня сломанная дам. А потом уже не насчет, да? Что? Ну, я говорю, вы воюете не на счет. Ну, с ним-то да, там. Бесполезно. Да. Ну, посчитайте нам. Раз, два, так. Три. Ну, вот еще клетки на производство надо сделать. Ну, еще надо перебрасывать в Поти и в Телави мне все караваны. То мне... Чего? Это как вообще возможно? Значит, у меня Телави раз, Поти раз, два, три, четыре из Поти, тогда, значит, в Телави. Из Телави, в смысле. Блин, я не знаю даже, что вот, ну, то есть, я только беспокоюсь, чтобы венгр в меня ядерку не бросил. Я не хочу, мне не хочется, например, захватывать там турка, и мне это ничего не даст. Лазеры. Ладно, давайте. Может, мне уже к венгру перебрасывать? Шпион 9. Ну, Цхета как-то в итоге странно. Странный город у меня. Даже тут нету смысла акведука и промышленной зоны. Сейчас просто тут шахты сделаю. А где следующий этот? Тут, что ли? Где вот после запуска искусственного спутника? There may be no forgiveness for polyester on this one matter. Так, в Цхуме Рейна. Ты до хрена городов реально поставил в этой игре. Ну вот неудобно. Тут было бы чуть больше территории, было бы лучше для Грузии. Неудобно расставлять города. Ереван. Ну вот, может, я зря его держу. Ну, блин, он говняный, если уж так откровенно говорить. Конечно, Казбек извергался, но тем не менее. Стоит ли мне турка забирать? Вообще не вижу смысла. А вот дело, что грека не забрали. Что-то там пилят кого-то, вместо того, чтобы... Такой грек приятный. Ну, тут, вот тут турка 12. 10. Красивый у тебя турок районы вокруг Памуккале, конечно. Согласен. Повышенный бонус кампусу, театралке и центру коммерции. То есть театралка... Ну, театралки так себе, а вот кампусы на 6,5. Приятненько. Хотя вон театралка на 3,5 есть. У меня на 7 театралка. Ну, это без... Я думал, у тебя просто соседство еще. Если на 7, то да, круто тогда. 7,4.
А, 2 на 7, 2 на 7, да, кайф. Мстя. Прилетело. Давайте только на соседних клетках виден. Пойду у Египта лазать. Дед решил бензинчиком разжиться, да? В этих, в песках. Да-да-да. А что тут? Будешь строить свои эмираты, да? Все, Венгер не будет нападать. Я думаю, он подумал. Ну, то есть это на 20 ходов, это до 159 хода. Потому что мы были не в дружбе. Так, порт сколько стоит? 800, надо будет купить просто в Тбилиси порт. Блин, реально, а где следующее? Запуск искусственного спутника. Где лунная программа? Или лунная экспедиция следующая как раз? Ладно, давайте технологию скрытности откроем. Да, наверное, лунная экспедиция, потом запуск. Точно. Давайте так и так. А вы рофлите? А чё? Вы все дружите с Венгром. А что? А чего с ним воевать? А что не так с Венгром? Улетает вообще Рим вот сейчас прямо? Если ты про это. Да, я улетаю. Из игры? По количеству тех, первый вообще португалец. Ну что, с Венгром не дружить? А что с Венгром не так-то? Скажи. Я прекращу с ним дружить. Осужу. Да, я улетаю. Я не знаю куда. Че ты улетаешь? Ты космопорт построил. Ай-яй. Так он не только космопорт, он уже проект читает. Ими 400 науки, я далеко улечу. Я тут один город забрать не могу уже 10 ходов, а ты мне говоришь, что я улетаю туда. Притом, что... Ну слушай, я своим глазам верю, а не твоим словам. Я вижу, построен космопорт, читается проект. Это означает, что ты улетаешь. Давай посмотрим, может я обманываю. Смотри, Микспа не построил космопорт, а Тини не построил космопорт, Зум не построил. Данжон Мастер даже не открыл. Александр Касатиков не построил, Дед Бородет не построил. Венгр построил, ай-яй-яй. Все, Венгру... Плохо, нельзя. А кто, кстати, забрал все-таки... Рим забрал это озарение на всех. Турку тоже нельзя. Нет, турок. Турок забрал озарение всех технологий. Ну, кстати, это интересно. Блин, рассинхронно у меня. Слушайте, построить три танка. Я ж это могу. Один танк есть. Еще всего лишь три надо.
Так, значит, в Тбилиси покупаем морской порт. И дальше, по-моему, 5 штук только можно. То есть это последний проект будет. Не, это надо, кстати, реально в Тбилиси. Сто 89 науки, а? Кайфули. И от религии мне идет 82. Турок, предложение. Скоро. Так, 6. Дед, а можно мне немножко Кардифа побыть с сюзереном? Немножко это сколько? Ну, давай ходов 10. Что так много? Так, нам еще 30 играть. Так, торговый путь. Так, ну, в Кардифф вряд ли торговый путь. Ну ты попробуй. Сколько у тебя послов? У меня много. Ну попробуй. Так, турок предложение. Ну-ка, что попробуй? Я сейчас закину, а ты меня обратно перекупишь такой. Ну не получилось, да? Ну, я хочу быть сейчас реально. Ну, понятно. Я ж поэтому и спрашиваю. Нет, ты говорю, попробуй. Может, тебе больше послов, чем у меня. Да это как-то, знаешь, есть куда тоже отправить без Кардифа. Как просто отправить, чтобы они исчезли. Я подумаю пока. Как же азарт? Риск. Да я уже в Хатусу на азарт. На... Так. Турок, ты отказался? Да, я думаю. Сколько у нас союза вообще, в принципе, длятся? 20 ходов, как и дружба. Турок, посмотри предложение. Кто говорит? Турок, посмотри предложение. Что-то турок на расхват прям. Турок, предложение тоже. Турок, у меня нету предложений для тебя. Ощущение. Ладно, давайте. А научный ты кому отдал? Мне. Да за что? Культурный нужен на самом деле. Тебя давай есть? Военный, если начнем всех. Давай. А, давай. Как старый добрый, приятный. Туру, ты рассмотри дружбу или ну? Так. Почти 110, Тлави 100, Тбилиси 90. Да, вообще, в принципе. Ну, в горе надо написал, будет купить сейчас. Ну, мне, конечно, надо было раньше в горе. Я что-то тупанул, намного раньше это было лян. Даже если брать внимание, что ее выкидывали, мне надо раньше было менять местами Рейну и лян. И да. Реально вот здесь очень неплохо что-то аквакультура. И горе был бы большим тоже городом огромным. Так, кого-то мы... Так, лян... Заняла должность. Тут, наверное, покупаем опять строителя. Ну, центр вещания сделаем.
Прекрасно. Чтобы у меня так ядерки падали. Робот, зенитка, два самолета, и он скидывает ядерку. Отлично просто. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты отдал француза немцу, да? Ты как бы вот это пытаешься... Да. Донести. Я жалею, что отвязался тоже. Будки за два француза. Блин, я забыл, что я... Два... Так, мне еще нужны три танка. Да, нужны. И два центра вещания. Так. Давайте пока так. Значит, танк. Танк. Ускорили. А... Вообще ни одного центра вещания не сделал еще. Ну, мне кажется, стоит уже к португальцу отправлять. Я смотрю их науку в Понта-дель-Гадо, наверное. Но это они проекты читают, 804, как вы понимаете, 715. То есть это не просто так. А первый проект заканчивает только Рим. Самое что интересное. Ой, блин, как в Кутаиси-то нехорошо. Женева к Франции, конечно, вовремя присоединилась. Да, я тоже оценил. Такие, жители Женевы. Интересно, вот там, короче, во Францию ядерки кидают. Умирает куча жителей. Вот я никогда в жизни ядерку в меня не кидали. Давайте к Франции присоединимся. И на референдуме в Женеве. Каково это, да? Да. Интересно, откуда Египет уран берет? Неужели не уран есть? Лаги жуткие уже начинаются под конец игры, особенно во время переходовок. Еще одна? У меня рассинхроны кончились. Нет, это не у меня. Ну, поздравляем. Нет, в Тулаве. Аж так, сейчас я гляну, что там у тебя. Я имею в виду необычный чай. Ну, я понял, понял. Значит... Смотри, я вот такое предлагаю, но только я считаю, что 25 это мало. Давай ты еще 25, сейчас. Когда у тебя будет. Хорошо. Все, принимай. Так у меня еще есть 15 сейчас. А у меня некуда пихать.
Видите, больше не могу, только 5 штук можно сделать. Ну, мне достаточно. Я вот, у меня 3 штуки в Тбилиси и 1 в Тель-Авиве. Так, ну, наверное, и тут надо космопорт. Только сначала давайте шпиона будем строить, строителя купим. Я думаю, нам одного бомбардировщика выше крыши. Ну, мне как бы все равно пока нет смысла это открывать, мне еще 2 хода открывается. 4 жителя. Космопорт 5 ходов. Я такой, что? А это кампус. Заклинило. Ой. Там у Португала еще этот великий человек на 2 тихие халявные. Ученых всех забрали. Давайте глянем. Озарение. А, так это последний был. Плюс 1500 у венгра. И все, не было 750. Так, у венгра одна деталь как бы есть. Успел выбрать. Как голосовать будем? Не знаю, каких там ресурсов у нас дофига, чтоб всем. Мы молча поголосуем. А, молча. Ну, молча, да. Кстати, тоже хорошая идея. Подождите. Ну, 11 из 20. Это очень да, много, он не сможет. 4 очка сделает, потом еще 2 очка. Да, и он там выполнит. Маловато, на самом деле. Маловато? Просьба о помощи он не выполнит? Ну, давайте тогда выносим ему дипачки. Минус 1 хотя бы сделаем. Кого выносим? Так, ну, я предлагаю дополнительно от китов. Больше всего китов, они, походу, у всех есть. Дополнительно от китов. Что-то вина больше у всех. А бы вино лучше. Киты. Да, китов лучше. Я не знаю по поводу районов. У меня уже все построено. Не знаю, давайте заповедник. Можно. А, так от кому убираем очки? Португальцу. Португальцу. Ну, не знаю, как бы мне на гавани не все пойдут, понимаете, предлагать гавани. Можно было бы, чтобы порты достроить. Кампусы везде сделаны. Что, какое еще? Военные лагеря. Вряд ли пойдут. Хотя можно было бы мне хотя бы один военный лагерь вообще сделать. Я вообще это еще до сих пор смотрю на этот кружок от Севастополя. Думаю, нафига я его уничтожил.
Киты, заповедник. Прям тут. Все равно португалец впереди по дипломатическим очкам. Хитрован какой. Или, блин, сначала лучше ядерки построить, чтобы были. Давайте сначала ядерки. Но ускорять мне нету смысла пока. Или вообще может тут держать. Просто в поте будут бросать ядерки, чтобы его отбить, если что. Тоже космопорт там буду делать сейчас. Да как ты убиваешь, у тебя там самолет стоит? Чё за бред? Так я же не самолетами, а этими крейсерами. Ну так все равно клетка уже, она же защищена. Видимо, не так хорошо, как ты думаешь. Видимо, да. Нет, тут, наверное, аквапарк не нужен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Этот действует на все. Поэтому продолжим строителей. Космическую гонку открою. Так, что по науке у нас? Производство, наука, еда, производство, наука, еда, производство, наука. Нет, уберу пока. Хотя это никак на производство не влияет, ладно. Говорил, золотые ворота не успеешь построить. Так почему? Ну я их отменил тоже. Потому что там пару ходов осталось. А где? У зеленого. Город какой? Вот. Вижу. Опять. Что там в Везувии опять? Тебе Везувий опять 6 человек убил. Да, просто прекрасно. Ну, а что, у тебя там не Лян сидит? Лян, но я нет прокачки у нее. А чё не прокачал? Так получилось. Ну, с другой стороны, я не очень понимаю. Вот немец, он сейчас проигрывает науку, получается. Просто. Да, красота у... Где-то у тебя с грузином долго союз? Фига себе, а что такое? 10 ходов. Да, это чтобы понимать. Интересный вопрос от турка про мой союз. Ну,
Вербовка партизан. А сколько у меня союз? Не, ладно. Поверхность побега подниму. Он, скорее всего, ко мне вернется, поскольку я буду в героическом следующем веке. Тут один ход. Постоим в Тбилиси, не буду ничего делать. Так, у кого? Мне кажется, у португальца должно быть дофига бабла. А, у него ж нету... 1784. Господи, фига себе, Лирия. 1784 денег при воровстве, если удастся, конечно. Пойду сюда электричество попробую сделать. У меня все юниты, когда повышают грейд, точнее, когда апгрейживаются, получают уровень. Не знаю, первый раз такое слышу. Потому что я апнул подлодки, и не хоп левел все получили. Военный союз с кем-то третьего уровня. Сейчас он военный союз. Да ты ж мой маленький. Пойдем потрогаем кого-нибудь. Так, ну тут откладываем на космопорт. Ну или на ядерку, кстати. Может, ядерку лучше построить, чтобы они уже были у меня. Так, и где у нас атомные подводные лодки? Скорее всего, вот тут будут. Так, у меня, считайте, мне еще Египет 25 угля должен будет. Это венгр считает проекты. Имейте в виду, я все-таки хочу ядерки сначала сделать, чтобы когда он такой радостный будет улетать, скорее всего, я буду в него их шпунять вот отсюда с подводных лодок. Давайте Рим. И то есть все, скорее всего, соберутся против... против венгра. У нас там венгр, рим и грек. И португал. О, начинает. Я единственный в темный век вышел. Кайф. Ну так это не очень хорошо. Хоть в этот раз у меня не такие проблемы со стихийными бедствиями.
кстати, а что... Так, Брюссель, торговый путь, великий полководец, торговый путь, обратить в веру, полководец, хатуса, мотопехоту. Это, кстати, можно выполнить... Сильно мало отваливается. Так, надо, во-первых, купить. Блин, ну минус 13,7 это, конечно. Ну, наверное, будем захватывать самолетом потом. Просто у меня тут караваны в Египет бегают через него. Это будет очень неприятно. Может, тогда Виктора из Батуми туда. Ой, а кто это там летит? Че за Грузия улетает? Да, все, покеды, ребят. Классно у вас было. Ну, классно. Останься. Чего ты улезать уже? Да вы злые, я вот слышу, вы с французом делаете. Ничего такого. Я, собственно, ничего не делаю. Да? А кто танки приехал, утопил у него в Тулузе? Это, то есть ты считаешь, это не пугает? Эти танки утопились в Риме, а не в Франции. Я бы спрашивал, что вы делаете с Римом. Блин, надо было этот, который на хищение средств прокачан, отправлять. Ладно. Нет, вообще что-нибудь другое нету смысла поставить. Мне как-то Минск жалко. А, слушайте. Зафига мне бонус соседства для священного места до сих пор стоит. Вот это точно у меня бессмысленная немного карточка. Всех городов далеки. Слушайте, а может мне его вернуть лучше... Они же, наверное, не знают. Не, наверное, знают. Давайте мы его вернем в поте, чтобы мне там не ломали космопорт. Предлагаю медь всю собрать.
Ядерка от Франции прилетела кому-то в лицо. Ну, аж, видите, ошибка, короче, Рима. Он думал, что он Францию намного быстрее заберет. А Франция... Мстя. Да. Собрал все-таки себе ядер на коленках там. Мне кажется, им бы стоило помириться с Францией. Но Франция уже, я думаю, не будет просто мириться и все. Интересно, хоть одна ГГшка успела появиться? Они не могут появиться в этой карте. А, ты что? Прикольно. Там португалец огораживается всячески, чтобы в него ядерки не бросали. Какая вероятность, что Египет в меня кинет ядерку, как вы думаете? Мне кажется, маленькая. То есть он-то отстает от всего, зачем ему впрягаться... создание ядерок. Что самое интересное? Ой, слушайте, а я, наверное, я совершенно забыл, что у меня там я купил художественный музей и не сделал нифига в нем. Ну блин, почему у меня висит все? Точно, вот я дурачок опять. Дурачок номер два. Не, ну тут бессмысленно в горе космопорт строить, честно вам скажу. Тут можно... Ну, кстати, шпиона. Я 100 науки чисто от религии имею. По-моему, это круто. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!